Будучи в Москве, конечно же, главным пунктом деловой программы была встреча с министром транспорта Светланом Игнатьевичем Савельевым. Суть разговора о ходе реализации программы строительства дорог и обеспечения транспортом в Чувашской республике. Если говорить о ходе строительства дорог, это, конечно же, прежде всего программа «Безопасные качественные автомобильные дороги». И здесь надо сказать, что, к сожалению, в Чувашской республике при формировании программы были упущены ряд очень важных дорог. Мы договорились, что в следующем году дополнительно к той программе, которая уже на сегодняшний день сформирована, мы включим еще 7 очень важных дорог Чувашской республики с примерной стоимостью в 1 миллиард рублей. Конечно же, говорили и о других направлениях. Это развитие строительства третьего транспортного полукольца в городе Чебоксары. Здесь очень сложно, и мы будем дальше консультироваться и будем искать выходы и поиска источника финансирования. Реконструкция аэропорта в городе Чебоксары. Здесь очень важно синхронизировать программы развития перрона, рулежной дорожки и реконструкции аэропорта. В ближайшее время тоже мы встретимся со специалистами Минтранса и будем обсуждать эти вопросы. Вопросы развития общественного транспорта и иных видов транспорта, речного, железнодорожного и иных направлений тоже в повестке дня. Следующим пунктом этой недели, конечно же, надо выделить это избрание главы администрации города Новочебоксарска, второго по значимости города Чувашии. К сожалению, в этом городе в последние годы очень частое явление смены главы администрации. И очень было важно, чтобы мы на стадии уже участия людей в конкурсе на пост сити-менеджера привлекли людей, которые прежде всего неравнодушны к городу Новочебоксарску. И на мой взгляд, это нам удалось, потому что Дмитрий Александрович Пулатов, который родился в городе Новочебоксарске, искренне переживая, до этого работал заместителем главы администрации города Новочебоксарска в течение полугода. И за это время, за время работы заместителем главы, за время исполнения обязанностей главы администрации города Новочебоксарска, показал себя как человек именно неравнодушный, переживающий за дела в городе, а самое главное, умеющий искать и находить нужные решения. Ситуация с коронавирусом также является темой постоянного внимания. И в течение этой недели пришлось выработать и принять очень неприятные, возможно, для отдельных муниципалитетов, но необходимые решения. К сожалению, доступный на сегодняшний день инструментарий защиты людей вакцинирования не везде одинаково развивается. И анализ того, как развивается эпидситуация, как влияет на смертность и летальность в том или ином муниципальном образовании Чувашской республики, сильно отличается и очень прямо коррелируется с темпами вакцинации и уровнем вакцинации населения. Здесь мы, конечно же, прежде всего обратили внимание на уровень вакцинации в потребительском секторе и вакцинации людей старше 60 лет. 3 муниципальных образования на сегодняшний день находятся в зоне особого риска. Это город Алатырь, Алатырский район, Порецкий район. И мы приняли решение на неделю в этих муниципальных образованиях еще больше ограничить деятельность потребительского сектора, это предприятия общественного питания, сферы услуг. Конечно же, исключить все массовые мероприятия, какие бы то они ни были, с тем, чтобы разорвать цепочки распространения новой коронавирусной инфекции. Неделю мы завершаем замечательными праздниками. Это, прежде всего, День города Чебоксары. Для нас, для жителей Чувашской республики, День города Чебоксары, конечно же, является общим праздником. И мы искренне радуемся тому, как город развивается, как преображаются дворовые территории в рамках реализации программы их переустройства. Мы искренне желаем и будем делать все, чтобы город и дальше рос с учетом всех современных тенденций урбанизации, чтобы здесь было комфортно жить, а самое главное, чтобы люди, которые живут в городе, также любили наш город и делали все, чтобы город развивался и процветал. Я желаю всем людям, которые любят спорт, особенно это знаменитые спортсмены, чемпионы мира, чемпионы Европы, чемпионы России, чемпионы Олимпиад, участники нынешних Олимпиад и паралимпийского движения. С этим праздником желаю всем нам успехов, двигаться и никогда не сдаваться. В спорте эти качества важны, но они важны не только в спорте, но и в повседневной жизни.